Россияне смогут въезжать на территорию Армении по внутренним паспортам. Подписание соответствующего документа стало одним из важных итогов сегодняшней встречи Дмитрия Медведева с его армянским коллегой Кареном Карапетяном. Он сейчас находится с визитом в Москве. Ранее правительство Армении одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией. Теперь, как заявил во время встречи Дмитрий Медведев, помимо взаимодействия Москвы и Еревана в рамках Евразийского экономического союза, сотрудничество двух стран будет укрепляться и в других сферах. Жители нашей страны смогут ездить в Армению и по внутренним общегражданским паспортам, о чем был подписан документ. Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение. Я думаю, что это даст сильный толчок для развития культурно-гуманитарных отношений. И мне кажется, что Армения, как страна туристическая для российских граждан, недооценена. Мы в этом году ожидаем принципиального изменения в лучшую сторону.